위치가 너무 좋네요, 보니까. Значит, очень хорошее место здесь. 오랜만에 농공에 와서 또 우리 복음이 소통되어지는 귀한 우리 젊은이들과 함께 또 귀중한 기도의 배경이 되어지는 우리 성도님들과 함께 예배드릴 수 있어서 감사를 드립니다. И я благодарю за то, что я уже долгое время здесь не был, но приехал и с нашей командой, и с нашими верующими могу здесь иметь духовное общение. 금방 앉아서 우리 그 비센터에 대한 안내 책자를 보니까 2019년부터 이 현장에 우리 젊은이 몇몇이 하나님의 마음과 중심을 가지고 현장을 밟기 시작했습니다. Значит, я посмотрел на историю этого центра и с 2019 года молодежь нашей церкви приехали сюда и начали здесь вести служение. 그 응답으로 지금 오늘 이 자리까지 우리가 모두 함께 인도를 받게 되었습니다. И как ответ это то, что до сегодняшнего дня Бог нас вел и мы здесь с вами все собрались. 그냥 강단의 말씀을 붙잡고 우리 젊은이들 마음에 어떻게 하면 그러면 우리가 이 말씀의 성취를 현장에서 볼 것인가 그 중심을 가지고 기도하는 몇몇이 모여서 현장을 찾았는데 이 농공이라는 현장이 찾아지고요. То есть получается вот эта молодежь, они вместе молились за это место, стали получать ответы, и вот сейчас мы здесь все собрались в этом центре. 정말 이 농공 지역에 버려진 우리 TCK 렘넌트들을 바라면서 마음에 담고 기도하게 되었을 때에 그 결과로 오늘까지 이렇게 기중한 축복된 인도하신 가운데서 보니까 너무나 아름답게 잘 꾸며진 비센터의 기중한 선물을 하나님께로부터 받게 되었습니다. То есть я вижу, что молодежь они собрались здесь, чтобы помогать детям с других стран, которые здесь молились, и вот так вот Бог дал ответ, что получили ответ такого центра здесь. 물론 건물이 중요한 것이냐라고 말할 수 있겠습니다만은. Да, конечно, кто-то может сказать, ну а что важно, просто здание какое-то иметь, помещение. 사실 저는 건물에 대한 축복된 응답보다도 더 큰 응답이 있다면은 정말로 복음 때문에 동기 없이 순수하게 한 팀이 되어지는 이 시스템의 응답이 가장 귀중한 축복된 응답이라고 생각합니다. Но для меня важно не здание, не вот это помещение, а то, что есть одна команда, которая объединилась без мотивов и здесь находится, имеет постоянство. 오늘 뒤에 제가 보니까 명단이 12명이 이렇게 팀이 되어 있어요. Я вот я посмотрел, вот сейчас здесь 12 команд здесь. 그동안에 순간순간 이렇게 진행되는 사역에 대한 보고를 제가 들었습니다. А также я слышал, ну, мне дали отчет о служении, которое проходит в этом центре. 사실 자기들의 헌금들을 자기들이 헌금을 내 가지고 또 이 센터를 운영하는 이런 부분들을 또 보고를 받았습니다. То есть молодежь здесь, они не получают никакую помощь, они сами жертвуют и вот содержат этот центр. 시작 자체가 정말로 현장에 벌어진 우리 TCK나 우리 렘넌트들을 살려야 되겠다는 그 중심을 가지고 시작했기 때문에 사실은 전혀 동기 없는 올바른 복음으로 시작된 귀중한 팀의 축복이 가장 귀중한 축복입니다. То есть я вижу, что вот здесь есть команда, которая без мотивов собрались, чтобы помогать детям с других стран. И я считаю, это самое большое благословение. 그와 더불어 이미 이 현장에 대한 하나님의 역사를 본 사람들이 이 팀들을 중심으로 해서 마음에 담고 기도하는 많은 사람들을 여러분이 얻게 되었어요. И, ну, вы должны знать, что за вот эту команду очень много других людей молятся, которые тоже ведут служение. 그것보다 더 큰 응답은 있을 수가 없어요, 사실은. Ну, нет больше другого ответа, чем иметь такой ответ. 여기서 얼마만큼 많은 사역을 하고 많은 제자들이 돌아오느냐, 그거는 그 다음이고요. 귀중한 여러분이 복음 없이 정말로 한 팀이 되어지고 여러분의 그 사역 속에 함께 기도로 마음을 담고 기도하는 많은 분들이 여러분 배후에 있다라는 거. Да, конечно, получать там ответы, служение, это все потом. Намного важнее без мотивов ради Евангелия стать одной командой ради служения. 왜 이 엄청난 축복된 응답을 여러분에게 주셨습니까? Почему Бог дал вам такое великое благословение? 오늘 제목을 붙잡고 여러분이 귀중한 축복된 응답들을 향해서 나가기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы внимательно посмотрели сегодняшнее слово и получали Божье благословение. 여러분을 통해서 현장의 빛의 망대를 세우기를 원하시기 때문에 여러분 모든 중심들을 하나님께서 여러분에게 함께 모이도록 인도받게 했습니다. То есть Бог он вас направлял, почему? Чтобы через вас на этом месте действия была поставлена сторожевая башня света. 그래서 오늘 제목을 현장의 빛의 망대를 세우라입니다. Поэтому сегодняшняя тема это на месте действия поставь сторожевую башню света. 그것 때문에 오늘 여러분은 이 자리까지 인도하신 것입니다. То есть ради этого Бог вас направлял до сегодняшнего момента. 그리고 여러분 한 사람 한 사람은 현장의 빛의 망대를 세우는 전도 제자입니다.
Поэтому вы каждый являетесь благовестником, которого Бог ведет, чтобы через вас поставить такую башню. 이 중요한 언약을 붙잡고 짧은 시간입니다만은 말씀을 가지고 또 다른 새로운 하나님의 응답들을 찾아내는 그런 축복의 시간들 되기를 바랍니다. 또 я желаю, чтобы это время было время благословения, когда вы слушаете слово и узнаете об ответах, которые Бог даст. 먼저 하나님께서 우리를 파수꾼으로 부르셨습니다. Вначале Бог он призвал нас всех стражами. 파수꾼으로 부름 받은 우리들이 망대의 사명을 감당해야 될 중요한 내용을 오늘 본문에서 말씀하고 있습니다. То есть мы призваны стражами. Теперь нам нужна сторожевая башня и нужно содержание этой сторожевой башни. 파수꾼으로 부름 받은 저와 여러분을 통해서 하나님은 현장에 그리스도의 빛을 가진 자로서 그 빛을 전달하기를 원하세요. То есть Бог хочет, чтобы вы сами получали свет Божий и через вас этот свет Божий передавался другим людям. 근데 사실은 그리스도의 빛을 전달하는 것은 어렵지 않아요. И на самом-то деле передавать свет Божий это совсем не тяжело. 왜입니까? Почему? 이미 그리스도의 영광의 빛이 내 위에 임하였기 때문에 이만 그 빛을 전달하는 것은 어렵지 않습니다. Это все потому, что свет Божий он уже на вас сошел, поэтому не тяжело передавать то, что на меня уже сошло. 사실 우리가 보기에 이 젊은이들이 얼마나 귀합니까? И вот эти наши, ну вот эта молодежь наша, насколько они драгоценные вообще? 근데 제가 오면서 그런 생각을 했어요. Я вот когда сюда ехал, я подумал так. 진짜 복음을 사랑하고 복음의 비밀을 아는 사람이라면은 당연한 것이 아닌가라는 생각을 했어요. То есть если бы человеком, который знаешь Евангелие, любишь Евангелие, тогда такие вещи это естественно, что происходит. 우리가 워낙 복음 복음 말하면서도 실제로 복음을 사랑하지 않기 때문에 이것이 귀하게 보이고 이것이 아름답게 보이는 거예요. То есть поскольку у нас есть Евангелие, мы этим Евангелием наслаждаемся, то когда мы смотрим на эту молодежь, 진짜 복음을 사랑하고 복음에 대한 그 중심을 아는 사람은 당연히 현장으로 향하게 되어 있고 당연히 하나 되게 되어 있고 당연히 우리의 모든 것을 내어놓을 수 있는 것입니다. Тот, кто любит Евангелие, для него естественно идти на место действия, становиться одной командой, служить ради Евангелия. 워낙 그런 사람이 없기 때문에 이들이 당연한 축복인데 이들이 귀하게 보이는 거예요. Поэтому это естественное благословение для людей, которые имеют Евангелие, так что они 물론 귀하지 않다는 말을 합니다. То есть мы не просто хвалим. Мы не просто их хвалим, действительно, они очень драгоценные. 근데 진짜 복음을 사랑하기 때문에 이들의 중심을 내놓고 이들의 모든 물질들도 내놓고 시간들을 내놓고 헌신하는 건 당연하다는 거예요. То есть для них это естественно, потому что они любят Евангелие и жертвовать, время давать, пожертвования, это все естественно. 초대교회 보십시오. Посмотрите на раннюю церковь. 사실은 모든 재산들 다 내놨잖아요. Значит, ранняя церковь, они все свое имение отдавали. 복음을 얼마나 사랑했으면은 자기 목이라도 내놓고 모든 재산까지 다 놨어요. То есть они любили Евангелие, поэтому жизнь свою полагали и имение свое отдавали. 그리고 마음을 같이하여 전혀 기도함으로 사실 동기 없는 복음 중심한 하나님의 역사들을 현장에서 이루어간 사실을 보게 됩니다. То есть ранняя церковь, они любили Евангелие, стали одним целым и увидели Божье действие. 그래서 정말로 우리 젊은이들을 귀하게 헌신하는 이 부분을 보면서 아 내가 제대로 인도를 받아야 되겠다. 다른 분들도 그런 축복된 응답이 오늘 여러분에 있길 바랍니다. Поэтому я смотрю на нашу драгоценную молодежь, я думаю, а и другим людям тоже надо получить такое благословение. 복음 앞에 누구나 결단해야 될 중요한 부분들인데 우리는 안 하고 있는 것이고 이분들은 하고 하나님의 응답을 현장을 통해서 확인해 나가고 있는 사실입니다. То есть мы это не делаем, а они вот так вот любят Евангелие и полагают все ради Евангелия. 그러면 현장에 빛의 망대를 세우기 위해서는 먼저 첫 번째로 우리에게 있어서 반드시 필요한 개인의 망대를 세워야 합니다. Для того, чтобы поставить сторожевую башню на месте действия, первое надо поставить личную сторожевую башню. 개인의 망대는 내 안에 망대를 세우는 것입니다. Личная сторожевая башня это значит внутри себя поставить сторожевую башню. 이 개인의 망대가 세워지면은 여러분 이 개인의 망대가 흘러 들어가는 삶의 망대가 세워지게 돼 있습니다. Если будет башня внутри меня, получится поставить башню в моей жизни. 이 삶의 망대를 통해 우리는 결국은 뭐 하기를 원하느냐? И тогда поставив башню, что мы желаем в итоге? 진짜 현장에 빛의 망대를 나타내는 전도 망대로 우리를 축복하시기를 원하시는 것입니다. То есть в итоге мы желаем поставить башню проповедования. 이 세 가지 현장에 빛의 망대를 세우는 가장 중요한 비밀입니다. То есть вот это есть три тайны, которые необходимо обязательно, чтобы 먼저는 이 자리에 참석한 여러분 구성원들이 내 안에 개인의 망대를 세워나가야 돼요. Поэтому все, кто собрались здесь, первое, вам надо поставить свою личную башню. 이 응답의 비밀을 누리면 누를수록 여러분 삶의 망대가 세워지게 됩니다. То есть если у вас получится
поставить личную башню, получится поставить башню. 그리고 여러분 현장에서 결국은 빛이 드러나는 전도망대가 만들어지게 돼 있어요. И у вас получится поставить башню проповедования, чтобы светить этим светом Божьим. 그러면 여러분 먼저 내 안에 망대를 세우는 개인의 망대의 시작이 뭘까요? Тогда с чего начать в том, чтобы поставить башню? 모든 것을 그리스도에게 집중하는 것이 개인의 망대를 세우는 중요한 열쇠입니다. То есть ключ поставить личную башню это все сосредотачивать на Христе. 진짜 여러분 한 사람 한 사람이 그리스도께 집중하면은 개인의 망대가 세워지게 됩니다. Значит, если каждый из вас будет сосредотачиваться на Христе, у вас будет поставлена личная башня. 우리가 그리스도께 집중한다는 말이 무슨 말입니까? А что значит сосредотачиваться на Христе? 이것은 지금 우리가 계속해서 메시지를 받고 있는 부분들 가지고 설명하겠습니다. Вот я сейчас объясню вам через слово. 393의 언약에 집중하는 것이 그리스도께 집중하는 것입니다. Сосредоточенность на благословении 393 вот это и сосредоточенность на Христе. 이때 오는 응답이 무엇입니까? И тогда какой придёт ответ? 393의 언약을 붙잡고 누리면서 집중하게 될 때에 비로소 여러분 한 사람 한 사람이 플랫폼이 되어집니다. Если вы будете сосредоточиваться на Христе, тогда вы станете лично платформой. 여기에 성삼위 하나님의 비밀이 누려지기 때문에 바로 여러분 한 사람 한 사람이 플랫폼이 되어지는 것입니다. Поскольку получится наслаждаться триединым Богом, то вы сами станете платформой. 그게 바로 삼이죠. Это благословение 3. 그리고 정말로 그리스도께 집중하게 될 때에 여러분에게 비로소 파수대가 되어집니다. Если получится сосредоточиться на Христе, тогда вы станете сторожевой башней. 여기에는 구에 대한 응답입니다. Это ответ вот 9. 보좌의 축복이 실제로 누려지고요. Вот я наслаждаюсь благословениями престола Божьего. 시공간을 초월한 하나님의 역사를 체험하게 되고요. Я испытываю действие Божье, которое превосходит пространство и время. 그것이 우리의 삶 가운데 나타납니다. И это все проявляется в моей жизни. 그게 바로 에덴의 축복으로 나타나는 삶 가운데 나타나는 것이죠. То есть это проявляется благословение Эдемского сада. 그러면은 결국은 안테나의 축복을 누리게 됩니다. И в итоге я наслаждаюсь благословением антенны. 과거와 현재와 미래를 소통하고 살리는 귀중한 안테나의 축복을 우리가 받게 되는 것입니다. То есть мы получили благословение антенна. Мы имеем духовное общение для спасения прошлого, настоящего, будущего. 우리의 모든 과거와 현재와 미래를 살리는 삼시대를 정복하는 안테나의 축복을 우리가 받게 됩니다. То есть мы получили благословение антенны, чтобы спасти три эпохи благословением прошлого, настоящего, будущего. 이게 393의 비밀을 붙잡고 누리는 기도 속에서 주어지는 응답입니다. Вот это ответы, которые появляются, когда мы наслаждаемся благословениями 393. 그래서 우리는 우리 안에 나도 모르게 어느 날 보면은 개인의 망대가 딱 만들어지게 돼 있어요. То есть я сам того не замечу, но однажды в моей жизни будет поставлена личная башня. 그래서 여러분 한 사람 한 사람이 많은 사역을 하는 것도 중요합니다만은 그 이전에 여러분 개인의 망대를 계속 만들어 가야 돼요. Поэтому, конечно, служение важно, но прежде важно вам поставить вот эту личную башню. 먼저 현장에 빛의 망대를 세우기 전에 여러분 자신 안에 개인의 망대가 393의 언약을 누림으로 말미암아 만들어져야 되는 것입니다. То есть прежде чем поставить башню для света на месте действия, внутри вас должна быть стоять башня. 그럼 실제로 여러분 한 사람이 말씀과 기도와 전도를 놓고 집중하는 시간을 가지기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы каждый из вас имел время, когда вы сосредотачиваетесь на слове, молитве, проповедовании. 말씀이 편집되어질 만큼. То есть настолько, чтобы слово постоянно меня обновляло. 또 기도로 모든 현장이 설계되어질 만큼. До такой степени, чтобы я мог все планировать в молитве. 어떤 전도로 모든 것들이 보여질 만큼. До такой степени, чтобы я видел проповедование во всем. 여러분 정말 그래서 여러분이 먼저 여러분 안에 개인 망대가 세워지는 그런 축복된 역사들을 누리는 그 축복이 있기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы получили благословение, чтобы личная башня была поставлена внутри вас. 두 번째 현장에 빛의 망대를 세우는 전도 제자로서 여러분의 삶의 망대를 만들어 가야 되는 것입니다. Затем второе, как благовестники, вам необходимо поставить башню жизни. 삶의 망대의 중요한 키는 뭐냐? Какой ключ в башне жизни? 복음 누리는 기도를 회복하는 것입니다. Вы восстановите молитву наслаждения Евангелием. 여러분 복음 누리는 기도를 회복한다는 말은 무슨 말입니까? Что значит восстановить молитву наслаждения? 하나님이 나와 함께 하시는 임마누엘의 축복의 비밀들을 누린다라는 사실입니다. То есть это наслаждение, благословение, что Бог со мной, благословение Иммануила. 이 임마누엘의 축복이 나의 삶 속에 실제가 되어져야 합니다. И это благословение Иммануила по-настоящему проявляется в моей жизни. 이때에 오는 결과가 뭡니까? И тогда придёт результат. 여러분 한 사람 한 사람이 복음 누리는 기도를 회복하기 때문에 복음 가진
플랫폼이 되어지는 것입니다. Каждый из вас, поскольку наслаждается Евангелием, вы становитесь платформой Евангелия. 그리고 복음의 빛을 비추는 파수대가 되어집니다. И вы становитесь сторожевой башней, которая светит светом. 그리고 복음으로 소통하는 안테나로서 우리의 삶의 인도를 받게 됩니다. И вы получаете водительство, чтобы стать антенной для того, чтобы иметь общение в Евангелии. 이렇게 우리의 삶의 인도하심이 나타나게 되어 있어요. То есть в нашей жизни будет проявляться вот такое Божье водительство. 그 결과가 무엇입니까? И какой будет результат этому? 여러분 모든 걸음 속에 하나님은 그리스도로 말미암아 남은 자의 축복을 주시게 되어 있어요. То есть Бог вам через Христа дает благословение оставленного. 그리고 25 초월의 축복의 비밀을 누리는 순례자의 역사를 순례자의 걸음을 가게 되어 있는 것입니다. И вы идете путем пилигрима, который наслаждается ответом 25 часов. 영원하신 하나님 언약의 서를 현장을 통해서 성취하는 정복자의 축복을 누리게 되는 것입니다. И вы наслаждаетесь благословением завоевателя, в жизни которого совершается Божье слово. 이게 삶의 망대를 만들어 가는 겁니다. Вот так вот будет у вас поставлена. 가장 중요한 것은 복음 누리는 기도를 회복하는. Поэтому самое важное восстановить наслаждение. 말로만 임마누엘이라는 이 말이 나의 사실 실제가 되어야 합니다. То есть, чтобы Евангелие в реальности становилось в моей жизни реальностью становилось. 그때 우리의 모든 삶의 결국은 남은 자로서 순례자로서 정복자로서의 길을 가게 되는 겁니다. И тогда я иду по пути, как оставленный, как пилигрим, как завоеватель. 이건 우리의 삶 속에 인도받는 부분들이에요. Вот это называется получать водительство в своей жизни. 그리스도로 말하면 남은 자로. То есть, как оставленный во Христе. 정말로 하나님 나라를 이루는 실제적인 순례자로. Как пилигрим, который осуществляет схождение Царства Божьего. 세상을 살리는 세상 사람들이 말하는 그냥 세상을 정복하는 게 아니라 세상을 살리는 정복자로서의 귀중한 축복된 걸음들을 인도받게 되는 것입니다. То есть я получаю водительство не просто быть каким-то завоевателем, а именно завоевателем, который спасает этот мир. 그리고 개인 망대가 세워지고 삶의 망대가 세워지면 이때 나오는 것이 뭐냐? 우리의 삶을 통해서 전도 망대가 저절로 나타나게 됩니다. Если будет личная башня, потом башня жизни, тогда появится башня проповедования. 전도 망대의 가장 중요한 열쇠는 성령의 인도하심이 없이는 전도가 되어질 수가 없어요. В башне проповедования самое важное это водительство Духа Святого, без которого ничего не получится. 이 성령의 인도는 실제적인 성삼위 하나님의 역사죠. Значит, водительство Святого Духа это в реальности действие Триединого Бога. 그리고 이 성령의 인도는 보혜사 성령으로 우리에게 역사하시겠다는 하나님의 역사입니다. То есть водительство Божье это когда сам Дух Святой он действует в нашей жизни. 이 성령의 인도를 받게 될 때 거기에서 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 분별하게 되어집니다. И поскольку вы получаете водительство, вы можете различать, в чём Божья воля, в чём Божий план. 그냥 우리가 쉽게 성령의 인도, 성령 인도하는데 정말로 믿는 하나님의 자녀들에게 그리스도로 말미암아 우리의 모든 문제 끝났기 때문에 성령의 인도만 받으면 되는 겁니다. Значит, мы так легко говорим водительство Святого Духа, но в реальности для спасённого человека в жизни самое важное. 우리의 모든 водительство Божье. 하나님의 계획과 뜻들을 우리가 어떻게 알 수 있습니까? И как мы с вами можем узнать Божью волю, Божий план? 성령의 인도를 받게 될 때 이것이 하나님의 계획인가, 하나님의 뜻인가 그것을 알 수 있는 눈이 열려지게 되는 것입니다. Когда мы получаем водительство Святого Духа, у нас открываются глаза видеть Божью волю, Божий план. 이때 오는 결과가 무엇입니까? И какой придёт результат? 237 치유 서밋의 응답이 오게 돼 있어. Придёт ответ 237 стран и исцеление. 진짜 우리의 삶에 성령의 인도를 받게 되면은 237 치유 서밋의 응답이 오게 돼 있어. Если мы получаем водительство, то придёт ответ 237 стран и исцеление саммита. 오늘 여러분 받은 순서지에 보면은 제 순서지 말고 우리 안내 유인물에 보면 제일 앞에 여러분 237 치유 서밋 세 가지 뜻에 대한 부분들을 그림으로 딱 그려놨어요. Вот если вы посмотрите брошюрку, то там прям пишется, что такое 237 стран. 전도 망대가 세워지게 될 때 나오는 응답의 결과입니다. Значит, если будет поставлена башня проповедования, 당연히 вот это придёт как ответ. 응답을 받게 되어 있고요. То есть, естественно, получает ответ 237 стран. 치유의 응답을 받게 되어 있고요. Получает ответ исцеления. 서밋의 응답을 받게 되어 있어요. Получает ответ саммита. 다시 말씀드리면은 모든 중직자 제자를 세우는 귀중한 237 응답. То есть придёт ответ для лидеров простых верующих 237 стран. 그리고 정말로 병든 자를 치유하는 증인. А также станем свидетелями исцеления больных людей. 그리고 정말로 렘넌트들 TCK들을 서밋으로 세우는 증인. И стану свидетелем, что будут подниматься ремнанты, дети TCK как духовный саммит. 이게 237 치유
스미스의 귀중한 전도 망대의 가장 중요한 응답들입니다. То есть вот это есть самый важный ответ, когда вы поставите башню проповедования. 여러분 정말 이 말씀들을 붙잡고 여러분 개개인이 정말 깊이 한번 생각을 해보십시오. Значит, вы сегодня получили это слово, вот вы лично глубоко поразмышляйте над этим словом. 내 개인의 망대가 내 안에 세워지지 않고 일이 잘 된다, 잘 된 게 아닙니다. Если у меня нет моей личной башни, но у меня что-то получается, хорошо, это не значит, что у меня. 오늘 우리가 강단에서 말씀을 나누었습니다. Вот я сегодня тоже воскресное слово передал. 내 안에 망대가 세워지지 않는데 잘 되어 간다. 결국 잘 되는 그것 때문에 결국 문제가 오게 돼 있어. То есть если внутри меня не поставлена башня, что-то хорошо получается, из-за этого проблема. 언제든지 시작은 뭐냐? 내 안에 개인의 망대를 단단히 세워 나가는 거. Начало всего, когда внутри меня поставлена башня личная. 그러면 저절로 삶의 망대로 나타나게 됩니다. Тогда в моей жизни будет проявляться эта башня. 그리고 저절로 열매로 나오는 것이 전도의 망대입니다. И как плоды это будет башня проповедования. 이 세 가지 되어지는 축복 속에 들어가게 될 때 여러분 한 사람 한 사람 통해서 현장에 빛의 망대를 세우는 전도 제자가 되어지는 거죠. Если у вас вот эти три вещи получатся в жизни, вы будете поставлены как ученик, который на месте действия будет ставить башню. 237 이 빛 센터를 통해서 무엇을 할 것인가? И что необходимо делать через этот центр света? 세 가지입니다. Вот эти три вещи. 개인 망대. Личную башню. 삶의 망대. Башню жизни. 전도 망대를 세워 나가는 거. И необходимо поставить башню проповедования. 이게 하나님께서 이 자리에 오늘까지 여러분이 인도하신 이유입니다. То есть вот эта причина, почему Бог вас вел до сегодняшнего дня. 많은 응답으로 여러분 이끌어 오신 이유입니다. Вот причина, почему Бог вам дал много ответов до сегодняшнего 오늘 성경에 일어나는 빛을 발하라 했습니다. Вот сегодня мы читали, да, вместе. 다시 말해서 Саней. 여러분 한 사람을 통해서 이 현장에 빛의 망대를 세우기를 원하십니다. То есть Бог желает, чтобы через каждого из нас была поставлена башня света на место. 이 말씀 붙잡고 실제적인 현장의 사실적인 사역을 통해서 여러분 통해서 많은 사람들이 살아나는. 그런 축복된 응답이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. Поэтому я благодарю меня Господа, что вы получили этот ответ и через вас спасались многие люди. 하나님 아버지 감사합니다. Бог отец, благодарим тебя. 특별히 237 빛센터가 새롭게 이전 감사 예배 드릴 수 있도록 인도하여 주심을 감사함을 드립니다. Спасибо тебе за то, что ты нас вел, что мы можем по-новому преподнести богослужение благодарения. 2019년부터 시작된 현장 사역의 응답으로 오늘 이 자리까지 오게 되었습니다. Мы получили началось все с 2019 года и по сей день получаем ответы. 이 응답을 가지고 또 새로운 응답을 향해서 나아가기를 원하시는 하나님의 계획을 오늘 말씀을 통해서 붙잡았습니다. И мы ухватили за твой план через сегодняшнее слово, чтобы получать новые ответы в дальнейшем. 이 237 빛센터가 현장에 빛의 망대를 세우는 귀한 축복을 누릴 수 있도록 도와주시고. И ты помоги, чтобы этот центр свет мог наслаждаться благословением становления башни. 여기에 함께하는 모든 우리 제자들이 237 빛센터를 통해서 현장에 빛의 망대를 세우는 전도 제자들을 세워질 수 있도록 역사하여 주옵소서. И ты, пожалуйста, действуй, чтобы все ученики, которые здесь находятся в этом центре, были тоже поставили башню в своей жизни. 앞서서 인도받아가는 우리 젊은 팀들을 주께서 주관하여 주시고. И ты, пожалуйста, благослови нашу молодежь. 하나님 앞에 서는 그날까지 처음 시작했던 그 마음들이 변하지 않게 하여 주시고. 보았어요, чтобы то сердце, с которым они начали здесь служение, не менялось. 이 하나님의 하신 일 앞에 또한 많은 사람들이 함께하는 귀중한 축복된 응답을 누릴 수 있도록 역사하여 주옵소서. И ты действуй, чтобы пришло благословение, чтобы еще с большими людьми идти вместе. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Молюсь благодарностью во имя Господа Иисуса Христа. 지금 우리 인생의 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할 수 없는 사랑하심과 성령님의 역사하심이 237 빛센터가 세 가지 뜰의 응답의 모델적인 응답의 축복을 누리기를 원하는 모든 우리 구성원들과 성도들 머리 위에 Да прибудут на все наши команды над верующими, которые здесь подготовили этот центр. 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. Да прибудут сейчас и во веки. 아멘. 아멘.